Бетушки мои, привет! Сегодня у нас пятница. Вот, я вышла, конечно, в Милан. Но вот посмотрите, какое небо. До этого утром, вообще вчера, в общем, в среду мое день рождения, получается, да, вчера. И сегодня до 12 дня заливало вообще просто. Ну, я потом посмотрела, что у нас тут весь север заливает, в общем. Вот. И, значит, это невозможно было даже из дома выйти. Вот, а я сейчас вышла, когда было солнце, в общем. То есть, пока я ехала в метро, вот, посмотрите, уже опять все набежало. Я думала, выйду, не буду там ничего снимать особо, просто погуляю, да? Но в итоге я, значит, вышла на Кадорна, ну вот, выхожу из метро, а просто в метро я была час, наверное, блин, внутри. Поэтому я же не знаю, как время меняется. Вот. Вышла на Кадорна, я решила все-таки сделать одно видео, потому что потом опять субботу, воскресенье опять везде заливает, и я не смогу никуда выйти, вот, и ничего вам снять. Вот это состояние у меня, как обычно, нестояние. Да что такое-то? Держите, у меня что-то с горлом, пересохло в горле, блин, водички нет с собой. Ой, слушайте, так-то вроде тепло, но я чувствую, что пойдет дождь. В общем, так, смотрите, я просто хотела, тут есть одна церковь, она как бы румынская, я один раз напала, она была открыта. Кстати, когда я напала на нее? Тогда, когда я была вот в этой церкви у нас, вот видите, вот эта церковь, там, где руины, и там, где абсолютно такая же фреска Ultima Cena, ну, Тайная вечеря, абсолютно одинаковая, в один, как, так же, как это известная. Только считается, что нарисована учеником Леонардушки, да, Луини. И там вообще вся церковь просто в этих фресках, типа, грубо говоря, да. Вот. И помните, когда-то я была там на экскурсии, там можно прийти только на экскурсию. По-моему, она бесплатная, да. Но обязательно нужно заказывать. Вот. И тогда получилось так, что когда я вам делала видео вот там, внутри этой церкви, да, грубо говоря, церковь такая, посмотрите, какая колоссия. Вот. Вот что-то вот на 1000 там какой-нибудь 300 там настроить, там целые башни колокольные. Тут вот такой только с тросочек, да? Вот. И в общем, я стою. Сзади меня Палаццо Литта. Я просто тут увидела. Мы его тоже уже снимали. А теперь его, посмотрите, закрыли. Тут самое интересное, видите, это зашквар. Вот. Я просто что думаю? Я хочу зайти внутрь и показать вам кое-что. Один зашкварчик я нашла. Вот. Но сейчас я... Значит, это... Войду роль. Показываю вам такой тросточек. Тоже, видите? Вот, вообще мы на Корсо Маджента. И совсем недалеко от Кадорна. Я почему далеко боюсь отходить? Потому что у нас опять шопер сегодня. Вот насчет шопера точно нужно поговорить. Слушайте, это просто... Натурально называется уже теория заговора, потому что то, что они устраивают с шоперами, это даже я, которая не любит говорить вообще ни про какие теории заговора, вот, просто хочу сказать, что это вот, понимаете, это похуже локдауна получается, то есть не знают, как посадить нас по домам, да, вот, решили устраивать шопера тут каждый на неделю, два раза в неделю, это в Милане, это очень все сложно, вот я хочу показать вам, как это... На этих воротах. Это мы еще все рассмотрим. Я не знаю точно, что у меня вот это. Посмотрите, какая штука чугун. Это надо там все рядом рассматривать. Вот, еще тут тоже вот эти вот обло, такие окна, да, в этих непробитых арках. Это я попозже рассмотрю. Я просто хочу вернуться в Палаццо Литто. Во-первых, сразу же зайти вовнутрь и показать вам зашкварчик. А потом уже вот здесь вам покажу все наши эти вибрационные линии. Опять же, как вот тут, да, вот посмотрите, какая нотка, да, момент показать, как плоская колонна это, как она рядом вот с этим, типа, окном наростом, да, вибрационным. Посмотрите, сколько вибраций, да, как близко это все вот тут друг к другу располагается, да, посмотрите. Тут же, значит, этот нарост, надоконник такой, да. Куча вибрационных линий. И тут же плоский балкон. Да еще и балясины там все вывернуты пространство. Посмотрите, да? Как у нас обычно в церквях бывает.
Вот там. Сегодня, кстати, хорошо видны вибрационные линии. Я сейчас прочитала там, потому что я не знала, что мне скажет охранник, может устоять, нельзя, что этому палаццо дают 1642 год. Вот, понимаете, и вот мне нравится, вот посмотрите, вы уже поняли, какая, значит, это красота на фасаде, там все в вибрационной линии, и посмотрите сразу, какая же простота, да, во дворе, все окна, да, то есть тут наросты, но окна уже абсолютно простейшие, посмотрите, посмотрите, да. То есть вибрация вообще небольшая. Это сверху не кожа, а как будто кусочек шифера. Там, посмотрите, пошли не пробитые окна. Посмотрите, какая вообще простота, да? Посмотрите. Там тоже не пробитое окно. При всем том, что вот красивейшая решетка, да, тут мощная, с цветочками, которые на... заходят, сейчас я вам это покажу, на гранит. Но я хочу вам показать сразу здесь вот это вот окно. Посмотрите, не пробитое окно, которое смотрит в бок, но оно и с решеткой еще с нашей. Вот этот вот тоже может... Но это не невозможная решетка, но все-таки все равно она сложная, да? Видите, не пробитое окно, посмотрите, но чугунная решетка здесь. Видите, как она вот вращивается в камень, посмотрите. Посмотрите, какой она делает границу. Посмотрите, какую делает вот с этой стеной, чтобы показать вам, что это действительно не пробитое окно. Видите? То есть решетка, вот эта решетка, вот этот край вот этой чугунной решетки, он сращивается абсолютно, посмотрите, с камнем, видите? Вот. Вот, посмотрите, вот подоконник, все сделано, видите, все. Ну, окна нет. И при этом еще вот такая форма, да? То есть она уже не пробитая. Вот покажу вам, как здесь решетка проходит, да, посмотрите. Абсолютно так. Хочу. Дай мне драться. Che le pedrone qui, sì? No, no, dove io sono qui? Non entro neanche là, ci sono qui. Porta è aperta, no? La porta è aperta. Comunque, va bene, faccio solo questo e vado via. Io non prendo lei. Prendo questa finestra, guarda, questa finestra. Guarda, ok? E poi anche la porta posso fare, secondo me. Perché? È là fuori, la... Ma lei cosa che succede a lei? Inutilmente qua, qualunque cosa devi fare, chiedi l'autorizzazione per questo. Vieni, ti dico se è possibile o no. Non puoi venire a iniziare a fare dei tuoi. Ma perché? Il palazzo non è di lei. Il palazzo è comunale. Non è privato. Non sai neanche cosa stai dicendo. Si chiama Palazzo Litta, lo conosco. Va bene, ciao. Слушайте, это сейчас у меня вообще просто... Ну вот, он сказал, вот сможешь стоять на улице. Я не буду у него спрашивать разрешение. Каждому идиотику нужно чувствовать себя подробно сейчас. Это вообще просто... Ну, я вам показала непробитое окно. Потом это окно с решеткой. Вот. А, то есть все равно там написано, значит, информация про дом далеко, то есть все равно я могу зайти и прочитать правильную информацию про дом. А значит, чтобы снять или сделать фотографию, я должна у него разрешение спрашивать. Я с ними валяюсь, это что с ними, с людьми происходит? Вот посмотрите, какой рисунок вот там около двери, поглядите, да? Посмотрите наверху у двери, что вообще. Все вибрационной линии. Скажу сейчас, вот здесь, наверное, лучше. Тоже сейчас, вот тут, грубо говоря, как сердечко делает, да? Господи,
теперь еще негры будут тут, блин. Это вообще уже этих уже священников уже не хватает, блин, на мою голову. Еще эти, блин. Посмотрите, какой рисунок, да, и все вибрационно. В общем, вы поняли, да? Двор у нас абсолютно простой. Единственное, что есть под окнами вот эти, грубо говоря, плоские колонны с отверстием для окна, да? Хотела вам показать вот эти цветы, которые абсолютно примыкают к кирпичу и граниту, видите, вот. Посмотрите. Вот посмотрите, здесь коммуникация, да, вообще вот, вот на дворе тут. То есть ей тоже вот, коммуникации 100% дадут, там, например, 1900 какого-то. Только как бы это все вот тут вот эту коммуникацию впилили бы вот в этот гранитные эти плиты, это вообще. Ладно, я не буду у него просить разрешения, вот хочу показать вам, как здесь тоже наслаивается. И видите этот гранит, кусок? Отпадает, сейчас вам покажу. Смотрите. Смотрите. Крошка крошится, видите, песок? То есть гранит. Тут посмотрите, тоже, видите? Слой. Смотрите. Как песок. И все это, видите, вот, вот здесь уже все нормально, никаких этих. А вот тут что-то. Тут что-то отпадает. Крошится, короче. Слушайте, мне так достали эти, я не знаю. Это обычно, я уже просто нарисовала себе. Потому что, ну, молодые девки не будут меня смотреть там. Молодые женщины тоже, наверное, навряд ли меня будут смотреть. Там вот это у меня контингент есть этих, блин, любителей этих борцов за грамотность. За грамотность там, я не знаю, за просто за... Причем за безупречную грамотность, да? То есть уже не могу от них, слушайте. Даже не пожалели, что у меня день рождения было. Одну, ладно, там это мы с Кирой там подвечали, я все-таки ее заблокировала. Почему? Понимаете, мне приходится их блокировать, чтобы они не кинули мне страйк, понимаете? То есть если я... Сами знаете, почему... То есть любое мое, скажем так, не любое мое, а любой мой ответ, да, на их выступление, когда мне обвиняют безграмотности, значит, указывают, если вдруг я ошибку там сделала, вот, значит, незнание русского языка, вот сейчас опять написала мне одна. Безграмотность и незнание русского языка просто зашкаливает, а она еще говорит о суперинтеллекте. Просто они вообще не знают, о чем я говорю, да? То есть они думают, что это я себя считаю суперинтеллектом, что ли? Вообще. Я для этих теток уже не знаю, куда мне деться, блин. Это моя карма, блин. Это мой бич. Мне, я понимаю, что когда я уже перестану на них реагировать, то я стану святым человеком. Надо 100%, блин. Мне надо будет памятник поставить, блин. Просто это... Я уже хотела этой женщине писать, что у вас тоже стилистическая ошибка, потому что вы пишете, вы безграмотная, у вас незнание русского языка. То есть вы когда говорите, что я безграмотная, вы уже подразумеваете, что у меня нет знания русского языка. Или наоборот, когда вы пишете, что у вас нет знания русского языка, вы уже подразумеваете безграмотность. Зачем же два раза писать один и тот же смысловой контекст, да? Ну, я просто не могу, блин. Я, понимаете... Я вынуждена молча удалять эти комментарии, потому что если я отвечу, если даже вообще в дискуссию влезу, и даже если я при этом не скажу никакое ругательное слово, эти тетки, понимаете, они ведь начнут кидать страйк. Хотя сейчас, конечно, это бесполезно YouTube, но мало ли что, понимаете. Я просто знаю, что иногда, вот если, например, ничего нету, но они кинут страйк на мой канал, то YouTube, если я, например, им ничего не ответила, да, а они кинули страйк, то YouTube им ответит, я ничего не вижу, да. А если я впишусь в дискуссию, начну с ними дискутировать, даже если на высоких тонах, не переходя на личности, да, то вы понимаете, они уже могут кинуть на меня страйк. Поэтому, блин,
как они меня достали, слушайте, я вообще просто не могу от них уже, этих теток, блин, господи. Ну, я не знаю, сделал бы им кто-то хорошее что-то, чтобы они вдруг раз подобрели. Вот. Я помню, потом расскажу вам один случай, как у нас была, когда я работала на дискотеках еще в начале 2000-х. Вот, у нас была одна девка, которая просто, которой от всех доставалась. Она была супер, вот такая вот просто супер грубиянка, да. Вот, она просто вообще всех чморила. Ну, как раз я помню, как раз я угодила ей тем, что я знала по-итальянски слово «миртило», ну, черника как бы, да. Вот, один раз я ей угодила, и вот она меня почему-то, когда я, после того, как я вот это вот сказала, она меня не чморила, а других вообще, мою подругу просто, я как бы не лезла, потому что это было бесполезно. Ну, я считала, что моя подруга даже сама должна тоже за себя заступаться. И вот, вы представляете, случилось так, что она влюбилась. Вы понимаете? И вот у нее такая любовь была, речипрока, это по-русски как это, обоюда, да? То есть они оба друг друга влюбились. То есть у них была хорошая, вот прекрасная любовь такая, да, случилась. И вы знаете, этот человек поменялся за один день. Вот, из вот такой грубиянки она превратилась вообще просто, я не знаю, супер солнечного человека. Я хочу вам еще показать вот рядом с этой башней наростом еще вот домик, типа вот домик вот этот. И он, по-моему, полностью чугунный. И вот я помню, что мы не могли вообще нарадоваться на ее это перевоплощение. И я просто поняла, что вообще вот влюбленный человек, особенно влюбленная баба, это просто, ну, золушка какая-то становится. Я вот не понимаю, ко мне вот что идут вот эти вот тетки такие, которых жизнь обидела любовью или не знаю, скорее всего, больше всего любовью именно, да? Чего они ко мне идут? Вот мне нравится то, что они слышат или видят. Да все, уходите, да, выключайте, уходите, как бы, это не ваше. Нет, они будут мне написывать всякие эти, ну... Как это гадости, они пишут только, чтобы вызвать меня на конфликт, понимаете? И в итоге я пострадаю от них, понимаете, в итоге. Вот, поэтому мне приходится их удалять молча. Даже если я хочу их там просто так хорошо послать. Но приходится поджимать хвост и уходить. Так что люди, которым вот я нравлюсь, которые смотрят мой канал, вы понимаете... Как мне приходится ломать свой характер, чтобы меня не заблокировали, чтобы вы смотрели мои видео, понимаете? Потому что эти люди, они все добиваются того, чтобы... То есть, лишь бы я там, например, либо обиделась, да, и не стала больше, ну там, расстроилась, не то, что обиделась, расстроилась, и не стала бы больше видео делать. Либо я, например, ответила бы им что-то ужасное, плохо, в моем криминальном стиле, и... Они бы меня заблокировали, они помогли бы мне уйти, да? Поэтому вот просто я говорю, что мне... как тяжело бывает, очень, очень тяжело, поверьте. Вот я хочу вам показать верх, верхушку, во-первых, похожу... Смотрите, да? Все вибрационно, все елочкой. Так, ну-ка давай. Смотрите, а погодка-то разгулялась. Вот. И вот посмотрите, вот там... между вот этим первой панелью, вот этой вибрационной, и вот уже, которая примыкает к крыше, вот там вот еще есть такая типа штука, да, вот видите, типа этой амебы какой-то тряпки, да, вибрационной. Вот посмотрите, там какой материал, все наше вот это, подождите, у меня руки. Там просто все, посмотрите, как песок такой, посмотрите. Да? И этот песок, он как будто бы наклеен, поглядите. Смотрите. А? Смотрите. Тут вообще сложнейшая форма, вот такая типа буква М. И там тоже все, вот видите, как аппликация вот эта вот. Вообще невероятно. Невероятно. То есть вот это та же самая форма, видите, вот посмотрите здесь, посмотрите на окнах. Покажу вам.
Тут нету, видите, тут нету ничего между балконами. А, потому что здесь балкон. А вот тут, посмотрите, вот балкон, а вот эта форма, которая там у нас наверху. Вот видите, видите? Глядите, какая сложнейшая форма, да? Посмотрите. Какие вибрации вообще, какие вибрации над окнами. Вот он мне сказал, вот иди, иди делай. Ой, блин, начинается, блин. Иди делай видео наружу. Вот я и буду делать наружу, блин. Да еще лучше здесь. Да. А. Не, ну как это удалить теперь? Вылезла смс-ка, ёб твою мать. Да что такое-то, я не знаю.